На встречу с актерами российского кино жители Рюмаша приходили семьями. Проект «Наше Подмосковье. Наше кино» призван популяризировать российский кинематограф и поведать подрастающему поколению о страницах истории советского кино. Сергиево-Посадская земля, она не только является духовным центром России, благодаря нашей лаве, Сергию Радонежскому, но еще и потому, что она подарила нашей стране, нашему кинематографу, в том числе и замечательных артистов. Здесь совсем недалеко, в селе Константиново, родилась народная артистка Советского Союза Нина Афанасьевна Сазонова. Здесь совсем недалеко, в деревне Язвицы, родился Виктор Федорович Боков, песни которого мы с вами все прекрасно знаем, и они звучат во многих кинофильмах. Стихи Есенина и песни из любимых кинофильмов в исполнении Светланы Галко, Эвклида Кюрдзизиса, Натальи Гвоздиковой и не только. Не случайно концерт в рамках проекта «Наше Подмосковье. Наше кино» прошел в Доме культуры «Горизонт». Учреждение культуры в Рюмаше 3 года назад стало победителем конкурса среди сельских домов культуры. Оценивалось все – и материальная оснащенность, и количество кружков, и концертная деятельность. «Горизонт» – настоящий центр культуры в поселке. 450 ребят посещают хореографические, вокальные и театральные кружки, занимаются в изо-студии и киновидеокружки. По итогам конкурса Дом культуры получил денежную премию. Еще один подарок – концерт артистов российского кино. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».